И всем привет, мои дорогие друзья! Поздравляю всех с прошедшими зимними праздниками! И да, ребят, Киняшка Олдфак Сэпт снова с вами! А это значит, нас ждет еще больше приключений в мире меча магии 6! Ей! И разумеется, серию надо начать с распределения очков умений, как же без этого? Ну хорошо, Стаселос, тебя я, пожалуй, для начала качаю обучение до семерочки, чтобы ты у нас стал мастером, будешь быстрее получать опыт, да, я думаю, это будет касаться других, потому что имеет смысл все-таки поначалу именно этот навык раскачивать, причем вообще куда-то отправляться. Так, ну давайте, раз уж мы переключились на Ксела, то, может быть, качаем ему хотя бы воду до 12, это просто обязательно. Ну, можно будет даже огонь немножечко, скажем, до семерочки вкачать, почему бы и нет. А затем кинжал до четверки, чтобы ты мог носить уже сразу два. Для царя, я думаю, это будет более чем позволительно. И меня, конечно, будет ненавидеть за это один чувак, но... Уж извини меня, но я пошел вкачать ему лук до восьмерки, потому что как-никак это позволит ему выпускать из лука сразу две стрелы за одну атаку и... Учитывая то, что у него есть персиваль, я думаю, это будет просто мощнейший комбо, то есть сразу по две стрелы за одну атаку упускается, плюс еще с ускорением, я думаю, он будет запросто вообще целую толпу врагов выносить с помощью этого персиваля. Так, и, пожалуй, давайте дадим ему даже две подковки. И нет, пожалуй, не буду пока что вкачивать кожаные доспехи, я их сэкономлю на что другое. Пока что давайте опять-таки переключимся на Стаселос и вкачаем, может быть, скажем, тот же лук до восьмерки. Ему тоже можно, почему бы и нет. Потому что у него все-таки арбалет не такой же плохой. Тоже будет не такая плохая комбинация с удвоенными стрелами. Затем меч до восьмерки. Чтобы мог носить уже сразу два меча. На обучение вроде бы ему уже вкачал. Может даже восприятие. Так, и все. Ну хотя на самом-то деле ему было бы неплохо и тело до четверки вкачать, чтобы уж мог как-то поэффективнее пользоваться этой магией. И, соответственно... Как-то поэффективнее лечить ту же самую слабость, которая будет у меня по-любому все-таки упадать после ускорения. Так, затем Зена. Тебе, пожалуй, опять-таки вкачаем обучение. В принципе, мы это уже сделали. Затем воздух и вода до шестерки. Почему именно до шестерки, я думаю, вы сейчас совсем скоро еще узнаете. Может быть, даже в следующей серии. Затем, опять-таки, лук до восьмерки. Меч до восьмерки. Ну, пожалуй, мне придется хотя бы избавиться от этого дурочного топора, потому что он будет чуть менее чем бесполезен в данной ситуации. Ну, и дадим, пожалуй, тебе сразу два меча. Будешь им пользоваться. Это тоже... Так. А, ну да, конечно. Я же хотя бы не изучил мастера меча, чтобы носить их сразу. Два. Так, ну ладно, переключимся уже, пожалуй, на Никиту. Обучение у него, в принципе, до семерки уже стоит. Можно даже тело до четверки поднять, затем свет до десятки. Кстати, десятка может вообще даже не лечиться. По крайней мере, в тех подземельях, которые собираюсь в ближайшее время исследовать. Затем, опять-таки, лук до восьмерки. И булава до четверки. Чтобы все-таки побольше урона было в ближнем бою. Но так-то все вроде бы. То есть очки умения мы уже распределили. К целому, пожалуй, вот эти 9 очков куда-нибудь там другое место определим. Скажем, магию тьмы. Ну, ее для начала надо хотя бы изучить, прежде чем ее куда-то кидать, вот эти 9 очков. Так что... Это будет задача на потом, а пока что давайте отправимся обратно... Хотя, погодите-ка, давайте все-таки изучим для начала умения, например, хотя бы эксперт владения мечом. Да. Затем наколдуем на себя полет и полетели тогда изучать, скажем, эксперта владения лука. Это у нас изучается вот здесь все это дело. Так, отлично. Да. Да. И к Селу. Так, все, теперь можно будет отправляться уже на Острова Тумана, там можно будет изучить мастера магии воды. Сразу увольняем эту... Не знаю, как ее назвать, может быть, вратарщицу или как-то так. Ну, во всяком случае, зачем здесь магистра воды? Это позволит нам уже самому пользоваться тем самым порталом города, причем абсолютно сколько угодно, не только раз в день. Но так, кое-что забыл вроде бы. Давайте хотя бы здесь посетим алтарь интеллекта. Я уж не знаю, будет ли он работать. Я уж не помню, посещала в предыдущей серии того самого провидца. Ну нет, вот как видите, я вроде бы помолился на... этот алтарь интеллекта, но мне интеллект даже не прибавилось. Так что давайте сейчас вернемся обратно в замок Аранфиста. Может даже здесь маяк поставить, раз уж мы сюда вернулись. Так, мы полетели тогда в провидцу, чтобы он отдал указание посетить этот самый алтарь, если нам этого не давал еще. Я, по-моему, его точно не посещал. Так, ну вот, говорит то, что сейчас у нас февраль, месяц интеллекта, отправляйтесь к этому вот алтарю. Так, хорошо. Что мы сейчас будем делать? Что мы сейчас будем делать? Давайте все-таки для начала телепортнемся обратно к Ликспайр. Там возьмем бафы на 30 к уровню. Заодно поставим здесь новый маячок. Магии у нас вроде бы даже хватает, так что все отлично. И заодно возьмем баф на 40 единиц класса брони. Потому что в будущем мы отправимся в одно подземелье исследовать, а может быть даже сразу два. Если, конечно, повезет по времени.
так, берем бафы, и тогда давайте телепортироваться обратно в Нью-Сарпегали. Там будем мы изучать новые умения, например, эксперта магии огня, который изучается вот здесь. Привет. Лично. Хорошо. Затем здесь у нас берется эксперт по магии тела. Да. Неплохо. Так, а здесь у нас, значит, берется эксперт восприятия. Хорошо. Так, хорошо, действительно. А, кстати говоря, кое-что еще забыл. Раз у нас уже есть как минимум 60 единиц еды, то можно будет уже вернуться обратно на острова Тумана. Там наши еду уже забрать положено. Так что давайте мы это сейчас и сделаем. Чтобы уж как-то на потом-то не оставлять. Так, а еда у нас находится уже на соседних островах. То бишь пиратских. Так, собираем. Тут у нас вроде бы больше ничего нету. Хотя, погодите. Не, все-таки есть. Так, забрали. Тут у нас еще костер какой-то находится. Также возьмем. Еда на 3 дня. Тщательно. Но этот вроде не забирается, так что не обращай на него внимания. Так, полетели дальше. На всякий случай приголдуем полет. То мало ли. Неприятно будет, если пропадет еще. Рано или поздно. Так, и тут у нас вроде бы ничего нет. Ах, погодите, тут еще дерево какое-то виднеется. Даже два. Так. Ну, вроде бы больше ничего не осталось. Тогда можно будет спокойно возвращаться обратно на Нью-Сарпегали, там изучать оставшиеся умения, ну и заодно яблоки пособираем. У нас уже, как видите, 90 единиц еды находится, которую мы даже пользоваться вряд ли будем. Просто это у нас будет чисто для чисел, я бы даже сказал, как это обычно люблю делать. Едой пользуются все-таки только слабаки. Так, хорошо. У нас уже, как видите, до сотни перевалило от количества. Что не может не радовать. Так, и давайте еще изучим эксперт обучения. Какое-то количество глупо не звучало. Хорошо. Изучим обучение. Ну ладно. Так, ну тут мы вроде бы все умения изучили. То есть нам придется сейчас вернуться на тот самый остров, где нас когда-то обитали маги и гоблины. И там изучить эксперта по магии воды, если я не ошибаюсь. Да, кстати говоря, раз мы тут еще пролетаем, то можно будет еще взять и ученого, чтобы опоздал нам все-таки вещи, которые мы тут насобирали. Так, и посмотрим, что у нас находится у Зены. У Зены находится неплохой мечик с уроном от холода. Так, это мы продадим, разумеется. Тоже. Так, а где? Ага, вот они, мечи чемпиона. Который пока что одеть не сможем, по понятной причине, потому что у нас нету мастера меча. Так, тут мы пока что вроде не собирали. Ну, на всякий случай проверим. Нет, собрали все-таки. Так, и давайте возьмем здесь эксперта по магии воды. Привет. Ага, забрали. Берем этот костер. И заодно еще вот этот. Так, ну все, с едой мы вроде в этом регионе закончили. Так, и что мы делаем теперь? Вроде бы даже у Нью-Сарпегали мы все, что возможно, изучили. Давайте посмотрим на всякий случай. Так, лук эксперт, голова. Скоро станет экспертом, когда мы вернемся. Заснеженная гора. Или как они там называются, на горе, может быть. Да, давайте сразу же изучим, пожалуй, обучение до мастера, раз уж на то дело-то пошло. А то мало ли, может быть, вот как кого-то по дороге убью, и я не получу личного количества опыта. Так что давайте сейчас наколдуем День Богов. Всем изучим это мастерство обучения. Так, и что теперь? А, ну, может, будет уже отправиться Блэкшир, там изучить мастера меча. Чтобы уж как-то не забыть надеть по мечу чемпиона для каждого персонажа. Привет. Так. Все, изучаем. Как видите, это умение вообще бесплатно, то есть нужно будет только до восьмерочки довести. А не, до семерочки, как это обычно бывало, скажем, мечи магии 7. Так, что теперь? Четверки, в принципе, нормально, эксперта как и должно быть. Лук потом еще изучим, когда мы один квест выполним. Так, ну значит, со стелсом мы вроде бы разобрались. Ну, может, будет еще восприятие поднять на той же самой трясине проклятых. Ну, туда мы отправимся еще не скоро, так полагаю. Затем, так, ну Зена вроде бы тоже все. Никита. Так, ПЛО можно будет качать, опять-таки, в заснеженных гурах. А с остальным вроде бы разобрались. Так, и Уксела. Так, ну тебе можно будет кинжальчик до эксперта поднять. Потом еще магию тьмы мы изучим до эксперта. Это будет уже ночью, как вы понимаете. Так, ну все тогда, можно будет отправляться, пожалуй, куда? Сначала свободная гавань, разумеется, там возьмем заодно кидалу. И изучим эксперта кинжала. Так, а где у нас находится кидала? Находится он у нас вот здесь. Отлично. Забираем его с собой. Так, и затем изучаем здесь эксперта владения кинжалом. Тогда сможем у нас есть сразу два таких. Так, а второй кинжал, пожалуй, возьмем где-нибудь вот здесь. Если не ошибаюсь, конечно. Так, как у нас этот магазинчик называется? Застрящийся камень. Давайте на всякий случай сохранимся. Так, мира. И тут у нас находится какой-то не очень хороший кинжал, как я посмотрю. Длинный кинжал убийцы драконов. Ну, я не думал то, что какой-то убийца драконов настоящий будет пользоваться кинжалом плюс ноль.
Это просто вообще смешно. Так, купить. Ну, это уже неплохие кинжалы какие-то пошли уже, хотя плюс два. Ну, давайте сначала хотя бы такой возьмем, потом уж будет наверняка что-то получше. Так, и вообще надо бы на самом деле распродаваться. Так, давайте мы это сейчас и делаем. Мне, конечно, ненадолго придется прервать запись. Но так, поехали. Так, ребятки, ну вот вроде бы все, мы закончили тут уже с покупками. И надо сказать, мне тут уже появилось кое-что новенькое. И также мы избавились от кое-чего ненужного. Ну вот, как видите, я также избавился от всяких реагентов и зелий, потому что на этом этапе игры они мне тут уже вряд ли пригодятся. Наверняка кто-то, конечно, скажет то, что зелья, они актуальны на любом этапе игры. Ну, знаете ли, я вот на этом этапе уже как-то ими особо-то и не пользуюсь. Они, по сути, мне тут просто место больше заграждали, чем реально какую-то пользу приносили, так что пришлось от них все-таки избавиться. Так, ну эти письма вроде бы читали, так что можно будет уже куда-нибудь их сбагрить, например, не знаю. Давайте вернемся обратно в Нисерпегали и заодно сбагрим эти все письма. Скажем, тот же самый дозор гоблинов, устроим там, можно сказать, какой-то свой местный филиал банки, где будем всякие ненужные нам квестовые вещички складывать. Например, вот где-то вот здесь. Многие почему-то выбирают именно это место, уж не знаю почему. Так что давайте сюда вот эти все письма-то и сложим. Так. И, собственно говоря, что мне тут из нолика появилось, почему мне тут осталось так мало золота, в сравнении, например, с предыдущей частью моей этой серии, так это потому, что я закупился тут новыми заклинаниями, как вы понимаете. Так что давайте сейчас посмотрим, что я тут вообще приобрел. Ну, начнем, пожалуй, с Зены. Купила тут ей, значит, портал города и Майк Ллойда, чтобы также она ими пользовалась при возможности. Затем... По магии воздуха у нее появилось падение пера, ну, в принципе, аналог того же самого заклинания из меча магии 7, правда, теперь она уже стоит немножечко дороже, да и, соответственно, выше уровня по какой-то причине. Затем это прыжок, ну, почему-то и в этой части заклинание прыжок позволяет вам прыгать чуть ли, не знаю, с какой-то непонятной гравитацией, как на Луне, можно сказать. Ну, короче говоря, прыгать вы будете с этим заклинанием очень высоко, так что это заклинание будет, конечно, очень полезно. И не только даже в подземельях. Затем, точный взрыв. Что самое хорошее, это заклинание бьет даже не электричеством, а именно физическим уроном, так что поможет наверняка даже на последних этапах игры. Наносит довольно-таки много урона, так что почему бы и нет, будем пользоваться рано или поздно. Затем звездопад, достаточно такое мощное заклинание. Мог бы, конечно, изучить это также Excel, потому что бьет оно очень сильно. А на мастере так это вообще 16 звезд, и при хорошо вкачанной магии воздуха, то оно будет вообще просто зверским заклинанием под магу. Ну ладно. В принципе, Зен, это мы тут уже закончили, так что давайте переходить, скажем, к Селу, потому что у нее тут уже появились новые заклинания магии огня, например. Это удар огня. То же самое заклинание было меча магии 7. Правда, она была там на первых уровнях, можно сказать, примерно даже с самого начала игры она у вас появлялась. Ну, во всяком случае, она будет достаточно полезна. Затем огненный шар, в принципе, такой же тоже был меча магии 7. Ну, почему я решил взять? Даже несмотря на то, что у меня есть вроде бы как и персиваль, так это потому, что я буду связываться еще с теми же самыми слизнями. Ну, а персиваль у нас дамажит, как ни странно, вроде бы не огнем, а только физическим уроном. Даже при взрыве. Затем это кольцо огня. Достаточно такое полезное заклинание, когда вы будете разбираться со всякой мелочью вроде тех же крыс, чтобы на них особо как-то не отвлекаться. Просто взяли, сколдовали кольцо огня, и все, все крысы сдохли. Ну, хотя на самом деле это заклинание будет даже полезно, если будете зачищать какое-то особо мощное, не знаю, подземелье. Если будете просто стоять вплотную к стене, там за ней будет враг, то вы можете его таким образом доставать и постоянно колдовать это заклинание кольца огня, пока он там не помрет. Затем поток огня. Достаточно такое неплохое заклинание, потому что надо, по сути, являться каким-то аналогом шрапнели. И при хорошо вкачанной магии огня оно будет тоже зверким заклинанием, особенно против тех же самых слизней или алмазной горгулии, с которыми мы, разумеется, будем связываться. Ну, адский огонь, вроде бы понятно, что делать, то есть он у нас атакует всех монстров подземелья, которых мы только видим. Ну, по сути, это просто ослабленная версия призматического луча. Затем испепеление, самое мощное заклинание магии огня, достаточно мощное по своей ударной силе, так что наверняка будем им пользоваться еще. Ну и поток метеора, вроде бы не такое заклинание дорогое, как и звездопад, но в то же время неплохо так и дамажит. Так, затем переходим к нашему клирику и паладину. И, в принципе, набор заклинаний примерно тот же самый. А, хотя, погодите, кое-что забыл вроде бы. Да. Короче говоря, надо будет сейчас вернуться ненадолго в замок Аренфиста, закупиться там уже последними заклинаниями. Скажем, лечение ран и противоядие. Ну, потом уже буду ранее их как-то рассказывать. Так, противоядие вроде бы. Это два. И лечение ран. Так, погодите-ка. Лечение ран-то надо вообще-то обоим. Так что давайте сейчас загрузимся. Так, чини рано. Отлично. Все, теперь этому все можно будет дело изучить. А, я уже знаю противоядие, замечательно. Да. То есть это можно будет уже на самом деле продавать. Ну хорошо, вроде бы, я надеюсь, то, что у нас будет открыт магический магазинчик.
Так, ну да, открыт, замечательно. То есть продаем его. И давайте все-таки продолжать наш небольшой экскурс по новым заклинаниям. То есть вот смотрите, лечение ран, оно по сути абсолютно такое же по эффективности, может быть даже чуть посильнее, чем меч магии 7, я точно не помню. Но во всяком случае, оно тут уже выше уровнем, и оно уже будет зависеть от вкачанной магии тела, а не так, как, скажем, первая помощь, которая лечит только фиксированное количество здоровья. Так, затем противоядие, вроде бы понятно, зачем оно нужно, почему я решил его изучить сразу двум персонажам, так это для того, чтобы они как-то быстрее это все дело лечили. Если вся моя команда там станет рано или поздно отравленной. Ну, то же самое касается лечения болезни, причем до состояния будем получать даже чаще, чем яд. Я знаю тут одно такое замечательное место, где это состояние можно будет получить вообще просто запросто. Так, ну и наконец исцеление, это просто усиленная версия лечения ран, которая также действует уже на всю команду. Ну, во всяком случае, на данном этапе игры она будет мало полезна, потому что у нас, во-первых, магии не так много, во-вторых, магия тела не так хорошо качана, чтобы им хорошо пользоваться. Ну, во всяком случае, давайте выберем сейчас лечение ран, качество быстрого заклинания. Вот так, вроде бы по заклинаниям это все. Так, ну хорошо, в таком случае можно будет отправиться за Снежные горы. Там мы изучим наше последнее умение, то бишь эксперта по булаве, и отправимся следовать наше первое подземелье, которое будет называться крепостью Ледяного Ветра. Так, ну давайте, эксперт по владению булавой, для Никиты. Ладно. И вроде бы по навыкам мы пока что все изучили. Ну, как уже сказал, мастера лука мы потом еще изучим, потому что пока что он нам недоступен, пока мы одно задание выполним. Вроде бы как от лорда Стромгарда, за тем, что он по времени. Ну, совсем скоро у нас откроется вроде бы гильдия тьмы, так что мы туда еще наведаемся. Может быть, даже после исследования этого самого подземелья. Но так, это пока что все. Да, давайте тогда отправляться, в принципе, в крепость Ледяного Ветра, почему бы и нет. Накадуем сразу же час могущества. Подлечимся немножечко. И начнем. Чем мы можем вам помочь? Так, ну все, с Богом. Полетели, ребятки. А, кстати, говоря, кое-что забыл. Просто у меня сейчас репутация цветова, то есть я смогу уже использовать с помощью храма такой небольшой баб, как День Защиты. И таким образом могу даже как-то особо магии тьмы-то даже не вкачивать на самом-то деле. Так, ну ладно, полетели дальше. На лучниц пока что внимания не обращаем. Мы потом с ним еще разберемся, как только у нас мастер лук появится. Они потом еще пожалеют, что по нам будут стрелять. Так, и давайте сразу же наколдуем на себя цвет факела. Теперь у нас будет светить немножечко ярче. И, как видите, здесь мы встречаем огров. Пошел, мы их встречаем здесь впервые. Такие вот интересные человечки. Не похоже чем-то на тех же огров из старых героев, например. Где они были какие-то бородатые бараны. Ну ладно. Там еще находятся стражники, в принципе, мы их уже видели, так что тут у нас ничего нового. Они такие уж слабые. Против наших двух мечей они вряд ли что-то смогут нам сделать такое серьезное. И, кстати говоря, здесь находится оно такое замечательное место, уж не знаю, зачем его сделали разработчики. Может быть, они серьезно подумали то, что мы такие тупые, не додумываемся как-то бить противников через это небольшое отверстие. Но, во всяком случае, давайте этим все-таки воспользуемся. Так, ну вот, как видите, тут она запросто валится все эти огры. Я даже не знаю, как в этот момент им надо оставлять определенные таблицы с параметрами монстров, потому что наверняка ты уже убил все разновидности огров. Это более чем возможно. Так, а давайте заглянем все-таки в эти боковые комнаты, посмотрим, кто у нас тут вообще живет. Живет у нас тут, как видите, те же самые стражники с алебардами. Перевес. Так, давайте сейчас их всех выманим. Будем немножечко так расстреливать с помощью того же самого фестиваля. Ну да, как видите, он продолжает свои зверства просто. Никто к нам толком не успевает даже подойти. Так, все собираем. В том числе и кровать обыскиваем. Потому что, как видите, нам тут чародеи уже усилены, показывают, что эти кровати уже можно будет обыскивать. Что-нибудь интересненькое это валяется. Есть. Так, находим здесь еще больше полезного барахла. Точнее, бесполезного, который можно будет только продавать. Так, ну вообще, мне интересно, какое мне там кольцо досталось. Давайте посмотрим. Так, колечко. Колечко у нас, по сути, бесполезное. Так, и, кстати говоря, палаш могущества. Давайте сейчас мы заменим. Хм, интересно. Я вот даже не знаю, стоит ли менять, потому что, как видите, тут у нас вроде бы какой урон холодом идет, и мечик на самом деле не такой уж и сильный. Так что давайте сейчас на всякий случай поменяем. Во всяком случае, на время. Может быть, потом, как будем связываться со слизнями, то мы обратно возьмем это в руки. Кто его знает. Ну, во всяком случае, давайте сражаться со стражниками дальше. Ну вот, как видите, даже эти капитане могут выдержать этого сплошного, не знаю, грады стрел от нашего персиваля. Наш подмастер это будет вообще что-то невероятное. Так, находим здесь какой-то топорик. Если правильно помню, вообще... А, нет, все-таки плюс 3, я думал то, что плюс 0. Ну хорошо.
Отправляемся сюда теперь. Да, кстати говоря, если правильно помню, то сюда можно будет заманивать противников, и они сюда даже как-то не пролазят, вот этот небольшой проемчик. Во всяком случае, где-то так и уже видел. Так. Опускаем этот рычаг. По сути, это нам нужно, чтобы выполнить здесь небольшую такую загадку по открыванию дверей. Вообще, зачем нам нужно будет исследовать это место? Так это для того, чтобы забрать здесь ключи от ваших драконов, и потому что как-то разблокировать. Ну, точнее, отключить даже. Чтобы они по нам лишний раз не палили. Это, кстати говоря, будет следующий квест. Подключение этих башен, который нам даст уже сразу же Lost Stronghold, как только мы эту крепость до конца следуем. Эти ключики найдем. Так, тут у нас находятся уже огры, в отличие от комнат со стражниками, которые находились только в другом конце этой крепости. Точнее, с другой стороны. Ну, во всяком случае, надеюсь, вы меня поняли. Есть. Так, а здесь у нас находится какая-то записка. Остатки дневника. Так, ну хорошо, давайте почитаем. Не знаю, как он это делает, но лорд Юстас иногда способен исчезать из тронной комнаты очень быстро. Я даже не уверен, куда он исчезает. Выход только один. Я думал, что есть секретный выход из комнаты. Но это просто глупо. Кроме того, я никогда не находил приключателей, когда обыскивал. Интересно, что обыскивал. Это должно быть сделано. Так, и по сути у нас тут просто бесполезные вещи. Ну, их можно будет продавать, как вы понимаете. Так, ну я надеюсь, то, что мы вернемся все-таки сюда как-то... Когда еще будет на улице день, чтобы можно было сразу же избавиться от ненужных нам... вещей, мусора, так сказать. Так, и давайте исследуем последнюю боковую комнату, кстати говоря. Сколько у меня там ускорение действует? А, ну еще 2 часа, нормально. Еще до конца даже хватит этого подземелья. Тут у нас находится еще больше огров, которые нам проблем вряд ли доставят. То есть, смотрите, просто стою на месте и... Я даже как-то не беспокоюсь от того, что я получаю здесь урон. Потому что по мне попадают очень редко. Спасибо за это, конечно, бафу плюс 40 класса брони. Плюс у меня еще двух персонажей в руках по 2 меча, что просто не может не радовать. Да и у Ксейла вроде бы даже 2 кинжала, что позволяет ему немножечко быстрее бить. Ну хотя я думаю, что от этого мало что-то зависит. Может, это просто кинжалы такие быстрые? Потому что у них такое низкое время восстановления. Так, ну ладно. В принципе, вот эта дверь уже открылась, так что можно будет продолжать избивать тех же огров и стражников, которые тут еще, разумеется, остались. Но остался тут, как видите, не так уж много. Да, тут даже красных огров как-то не вижу. Так, кстати говоря, красные огры у нас, в отличие от обычных, умеют уже отравлять, так что на самом-то деле стоит бояться в какой-то степени. Не, ну они, конечно, далеко не так опасны, как те же капитаны, которые могут вообще вещи-то ломать. Потому что тот же самый яд можно будет запросто излечить с помощью заклинания. Но вот мастера починки наверняка не каждый догадается все-таки качать. Так, уничтожили еще одного стражника. Так, а здесь у нас находится на самом деле довольно-таки опасная комната, потому что посмотрите на все это скопище. Ну, я-то надеюсь, что Пресиваль у нас все-таки делал свое черное дело. Ну, на самом-то деле, оказался тут не так уж эффективно, как я хотел бы. С кем не бывает. Ну, это просто помню, один раз мне получилось так, что я просто стоял на месте и расстреливал все это дело, опять с помощью этого замечательного лука, и никто ко мне даже толком не смог подойти. Ну, как-то мне повезло, в всяком случае, так сделать. Есть. Ну, кстати говоря, еще более сильный кинжальчик. Не может не радовать, давайте его возьмем сразу же. Так, кинжал мага. Ну что ж, это довольно-таки неплохой кинжал, надо сказать, плюс 5. К тому же, это кинжал для мага. Как бы символично. Маг с двумя кинжалами мага. Так, ну окей. Спускаемся сюда. То есть это, видимо, и есть тот самый переключатель, который она там говорила в записке. Есть. Так, а здесь у нас находится больше бесполезного барахла. Как же без этого? И, кстати говоря, какая-то королевская корона точности. Хорошо, продадим опять-таки. Какой топорик более сильно нам попался, плюс 8. Так, а что находится здесь? О, кстати говоря, этот сундук даже не заряжен оказался. О, неплохие сапожки. Вроде бы выглядят не очень, но дают плюс 14 класс брони. Кому бы это все дело отдать? Ну, скажем, Зене. Так. А здесь у нас, судя по всему, находятся как раз-таки те самые ключи от башен драконов. Давайте возьмем их с собой, плюс еще святой копье мороза. Ну, на самом-то деле, мне тут копьями вроде бы никто не пользуется, так что мне придется, конечно, продать такое мощное копье. А здесь у нас находится письмо от наездников драконов, давайте почитаем. Хорошая работа по выполнению первой части плана. Имея эту башню, вы сможете предотвратить любое вмешательство с юга. Пользуйтесь ключами от башен драконов для отключения
машин драконов. И мы сможем снова нападать на города. Вы получите хорошее вознаграждение за прекрасно проделанную работу. Приходите к нам в пещеры на северо-западе, когда закончите, чтобы забрать плату. То есть, оказывается, это все были планы каких-то там наездников на драконов, чтобы они смогли напасть на город. Или вообще на все города. Кто их знает, во всяком случае, давайте сейчас вернемся обратно в Белый Колпак, отключим здесь первую драконью башню. Хотя на самом-то деле мог бы это сделать уже в последнюю очередь, чтобы заодно отключить эту башню и сдать квест, как вы понимаете. Так, а сейчас у нас 5.05. Ну, по сути, мы еще успеваем продавать какие-то вещи. Хотя, с другой стороны, мне тут уже время как бы заканчивается, так что, возможно, я это уже сделаю как-нибудь потом. Все-таки следующий подземелье, которое бы собираюсь исследовать, там будет не очень много таких увесистых вещей, вроде тех же доспехов. Там по большей части только кольца будут упадать. Так что, пожалуй, этой покупкой и продажей не буду заниматься сейчас. Так, еще одну башню драконов отключили. Да, вот, как видите, все эти башни драконов находятся чисто в городах, доступных по порталу в город. Что не может, конечно, не радовать. Это заметно облегчает нашу задачу. И, как вы понимаете, все этих башен будет вроде бы как 6. То есть квест на самом деле достаточно простой. Хотя, конечно, если с портала города не будет, то он может вам достать какую-то часть проблем. Так. Еще на башню драконов. Ну, видимо, мне нужно будет нажать вот на эту щель, а не на саму кнопку, как ни странно. Так, и вроде бы мы все уже нажали. То есть точно были Нью Сарпегали, Острове Тумана, Серебряный Бухте, Блэкшири. Ну, это мы уже посетили. Тут мы точно отключали, мы даже в первую очередь мы это сделали. Так, ну хорошо, используем полет. На всякий случай еще час могущества, чтобы у меня тут слабость опять-таки не наложилась сама по себе. Так, ну и давайте что ли сдавайте наше задание вот лорду Стромгарду. Так, боевые маги и маги-воины. Все, прекрасно. Теперь наша Зена получила последнее свое передвижение, ровно как и то. А, ну по сути у нас является самый раскачанный персонаж в нашей команде. Почему-то я думал, что у нас еще один такой персонаж, это Никита, например. Но, в всяком случае, на свое продвижение еще скоро получит последнее. Ровно как и Excel, даже получит это быстрее. Ну и, собственно говоря, в следующей серии планирую последовать подземелье под названием, вроде бы как... Поместье Карлагона, чтобы как можно скорее получить звание архимага и получить, соответственно, мастера магии воздуха. По большей части. Чем могу служить? Ну и заодно Excel будет побольше здоровья и магии. Так что все, ребят, пожалуй, на этом можно будет и попрощаться. На этом я, пожалуй, закончу свою серию, такую небольшую. Но для начала, я думаю, хватит. Так что все. Всем пока и удачи. С вами был Сэп. Ну и, собственно говоря, до скорой встречи в Мече Магии 6. Скоро увидимся.